25-го мая окончание аренды дорожного земельного участка. Мне не изменяет память, 23 мая вы пришли с положительным... 22-го. Извините. Давайте я поясню. Заявление от них поступило в администрацию города 17 мая. Заключение экспертизы у них есть на проектную документацию, оно загружено в реестр экспертиз, то есть там все как положено. 22 мая мы выдали разрешение на строительство. На сегодняшний день, ну, не могу сказать, они должны передать извещение в службу строительного надзора. И там будет кафе, да? Детское. Да? Здание, там здание детского развлекательного центра. А сроки какие-то указаны? Ну, срок строительства по проектной документации 36 месяцев. Это только проектная документация? То есть... В проектной документации срок строительства указан 36 месяцев. Теперь уже интересно быстренько построить и начать предпринимательскую деятельность, иначе как это все будет. Там будет одноэтажная? Ну, нет. С подвалом и с мансардой. Двухэтажная. И еще сверху мансарда. Ну они этот проект как-то, раз это вы сейчас разрешение выдали, паспорт объекта будет? Да, в понедельник обещали повесить на ограждение. Паспорт, да. Паспорт объекта. Конкурировать будет некому, если бы не отстроить. Почему строить строительное? Они же идут через службу строительного надзора. Ну, это понятно, но если они же затягивают руки, я понимаю, что особо на них воздействовать ну, не получится. Ну, там бюджетных денег нету, я да. Что я говорю. В этом плане, да. Но значит, они могут, значит, да, продлить разрешение на строительство. Правильно. И, к сожалению, значит, в этом плане мы на них никак воздействовать не можем. А где фильм, кстати? Туда же, ближе, где сцены. Ну, то есть мы теперь остается надеяться, что добросовестно будет застройщик и реализует за 36 месяцев данный проект.